Дожди мешают уборке урожая и вынуждают аграриев растягивать сроки осенне-полевых работ. На темпах сказалось и увеличение уборочных территорий. Сейчас технические культуры убраны с площади в 62 тысячи гектаров. Это 18% от плана. В частности, уборка подсолнечника, основной масличной культуры, проходит в сложных условиях. Дождливая погода приводит к повышенной влажности масла семян. Убрано всего 6% площади. С каждого гектара собирают 18 центнеров. В прошлом году урожайность была меньше. Сельхозтоваропроизводители Ульяновского, Цельминского и Чердаклинского районов проводят уборку сахарной свеклы. Сейчас собрано 202 тысячи тонн. Специализированные хозяйства ведут уборку овощных культур и картофеля, а также заготовку сочных кормов. Кроме того, хозяйства области закладывают урожай будущего года, обрабатывают почву, вносят удобрения, завершили озимый сев.